Ну, а что, Прихотел у на меня... один ДЦ охуеть. Ты АФКшей там долго будешь? Я лечу. Тебе, наверное, пойду сейчас к этому. Бэма, бля. Я не, ультрапрус, все, ты нахуй на варлоке играешь. Ты не играешь больше на друиде. У нас народу мало. Как бы так, что нужны лютые типы. РТХМ-ку запустил. Ну, напустил мне, когда я типа висит. Я аж первую ульту проходил. Могу ли еще на шамана залететь? Павьян, это и не тебе, короче, это Стелси, рестор Шами нашему, писал. Она пишет, тактик не знаю, я говорю, я сегодня смотрел на Люча и на Синдру в Ютубе. Тактики. Вот ей написал, перепутал тебя с ней, короче. Ты понял, да, Войт? Все, Войт, ты больше теперь не мужчина. Нет, нет, вы не поняли, ребят. Я ему хотел написать, что если это... Да успокойся, это шутка. Это да шутка. Я понял. Просто, может, кто-то из вас не поймет. Тут вроде тупых нет. Этот нужен кто? Бля, нужен. Кто нужен? Подамажить надо, Хокмастер. Кто нужен? Я этим ДКшником ходил вроде. Ну, надо жестко навалить стиля, нахуй, насчет ДД. Бля, пиздатая сова есть, нахуй, без 104. Вот, нахуй. Давай, раздавай. Да похуй, раздавай силька на сове. Например, ультра-дру уже на варлоке навалил стилька, нахуй. А, войт тут? Да вроде тут. К сожалению. Подек, к сожалению. У меня, нахуй, эти, бля, 4 персонажа, бля. А чё так мало? Я думал, у тебя там каждого по классу, у каждого по расе, блядь. Нет, блядь, в гильде. О! Там. А, в гильде? Я понял. Хукмастер, там это, 20 персов можно создавать. Ну, это слышишь, у меня 8 пацанов. Ну вот 10 за аликов делай, 10 за орду и нормально. Это еще больше гейм-опов, нахуй. Бери флешку ко мне, на пушку сядьте кто-нибудь. Вот, этих троих привяжи друг к другу всех, нахуй. Пал, Лока, нахуй. Я. Чтоб не ебался туда-сюда. Был народ под сумой, типа. Нектарница, не понимаю. А с какого и левела этот нахуй? Оранжевым становишься в этом списке. 278. 278. На 78? Ну типа уже типа гоняют. Да, бля, есть такой. У нас гильдия один. Ай, бля. Не больше полгода. Блин, нахуй. С августа. Август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Блин, 7 месяц.
Там большой идет. Всем привет. Здорово. Привет. И здесь, конечно, это лететь нас, когда этот полетка не прокатит на маха. Будто на месте, конечно. На круги на ремонтный не доезжать. Агрегат на ремонт встал нахуй, пиздец. И еду нахуй в ночную смену. С одной стороны заебись, давай, хуёво. Ты на ремонт встал? Да, бля, там насос промыли. Проебали ачиву. Не понял. Говорю, ачиву проебали. Промыли там, бля, этот гидравлическую часть. Ну там хуёво собирали, и там, бля... На круги на ремонт не заезжайте, блядь. А, бля. Я. На мопеде прыгай в пушку. Бля, ждите. Лучше на разрушителях пушки бы прыгнули бы. Ну я вот, блядь, катаюсь нахуй без пушки. Вот привяжь этих троих друг к другу, там нихуя нету, уже упало, где там. Блять, кто, блядь, эти лужи ждет? Масло разливают нахуй и... Ну, поджигают и замедляют их еще. Правильно делают. Ну, масло не надо лить просто. Кейс, ты знаешь, что в пушке делать? Из их горов. Знаешь, что в пушке делать? Здорово, команда. А что сегодня целка не будет допроноса, не? Будет. Ебать, зря торопился. Я, блядь, так старался, нахуй, чтобы успеть. Весь пропотел, как сука, нахуй. Короче, Ульда, похуй, да? Ну у меня у льдака, да. я уже ходил в четверг или когда там было. Да я ебал в рот, ну ладно, надо. Базару ноль, сука. То, блядь. То, блядь. Здесь нахуй. Чему делать нехуй? Вот террорист эти давайте. В бог нас один нахуй. За лока зайти, что ли, бля? Здесь да лока, есть, бля. Два лока, подожди, мы еще туда не прилетели. 240, 24, 4 профы, нахуй. Кожа, рожа. Ёбаный ты козёл. Погоди, я просто в туалет отошел. Готов. Тут подожди, тут вообще песня. Ты, Катрися, еще не видел у нас новые никнеймы, блядь. Какие новые никнеймы? То, что вот всякие скузикс, вот... Не, вот... не, 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 не. Вот ты, когда...
Вот ты когда... Бля, когда вот... в рейд зайдешь, тогда увидишь. Так вот я был в рейде. Ну и пошел ты нахуй. Пойма, бля. Профит, блядь. Эту группу чекнул. Криптал. КПЛ, знаешь, что в пушке делать? Кверт. Кайзек, знаешь, да, бля, этот? Как сидеть? Кайзек, это... надо обстреливать сверху механолифты и колчеда на собер. Да, 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 вот. 50 смотри, держишь, 50 колчеда. И сейчас не тяни, сейчас я на ремонтку встанем, уже фул будет. Как 25 будет, тянешь, короче. Фул держи, надо топ-1 ДПС показать тут, нахуй. Научим людей, как играть, нахуй. Нихуя себе! Бля, прошлое КД нахуй. Старым. Где разрушитель? Капалю, ты знаешь, что в пушке, блядь, делать? О, стой, 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 разрушитель, стой. Стой, разрушитель. Все, давай, это давай. Не, блядь, нахуй не тянешь. Вот, пока сбивай, нахуй. Вот. Потом как 25 будешь, как пушку бери в таргет, и как 25 будешь, тянешь эту синюю хуйню. Танки, да каз... поехал, стой, блядь. Каз сбивается в жопе у него. Уяси познание, блядь. Заезжайте, бичи, блядь. Как сбивается в жопе, блядь, все понял. Ну, потому что сбоку начнете сбивать, проебетесь, блядь. Каз пройдет, въебет всех, нахуй. А, в хэмбиум, да, или как? Да. Рога, закинешь меня на... Подожди, Левиафана. в пушку сесть, стой! Ага. Блядь, рано тянешь. Жди, пока 25 будет. Вот, 35. Крипталк, закинь вниз, меня на Леофан. А что дня ульда? Тащи сигнал, дашь. Я понял, блядь. Тяни, Скайзекс, тяни. Вон спереди, блядь. Блядь, сколько фуда много, пиздец. Пиздец, да тут обнова, сейчас, минуту. Давай, еще одну. Да мне еще одну, тяни. Не, вот, нормально. Сейчас к этому подойду, вот, сзади, нахуй. Не тяни. У меня колчедана нету, нахуй. Жди. Давай, тяни. Да это пиздец, блядь. Хули я без колчедана езжу. Капаля, ты будешь тянуть колчедан? Не, пока не сни. Фул сейчас, фул. Давай, тяни. Ну ты всё равно в охуе. Всё, жди. Давайте ебашьте лоха. Тяни, вот спереди одну тяни. Вот пиздец. О, я просто катаюсь. Давай, тяни, если есть рядом. Но без колчедана ты настакаешь? У меня Вот. Не, скажи, тяни, у него вот красава. Ни, блядь, щит не вешает, ни ускорение, ни хуя. Давай, тяни, вон, лежат на строе. Там минус один разрушитель. Какой в этих разрушителях толку, если, блядь, один только стакает? Ну, Лёха, чтоб стакать, нужен колчедан, а если его не тянет, блядь? Так я и говорю об этом, хули от этих толку разрушителей. Сверху сбивай этот. А уже всё, катать некому, что ли? Пиздец. Тяни эту хуйню, бля. Давай вот тяни вот спереди. Ай, сука, потеряли, она просто так.
Пиздец, да. 2 миллиона с половиной вручную добивайте. Пиздец, блядь. Притон, там, по-моему, лука... А, не, лук есть. А все равно комбо отлети пока. Слава, да дохни уже, а. Да немного, но дает это. Я еще проху качнул. А я думал, что можно твинком типа зайти. Там сет красивый есть. На шамана. Ну, в разноброс. У нас людей нету ДПС. Заходи за ДПС. Зайду тогда луком. Да уже почти нормально. 3 человека. Сразу вместе сидим. Вместе Костя, чё? Садись, я с тобой. Этих мечей сделаем, да и всё. Всё, я готов. Кайзекс, я вот крайне. Садись ко мне обратно. Вот нахуй. Ну, пока не тяни, вот у нас, видишь, фул 50 стоит. Понял. Так что, за лока заходить или этим идти? Да. Ну, когда успели разделить старого? Уже. Пульти, танки, короче, заебали уже. Стадные машины, пульти. Так, я здесь. Тяни. Не, дохуя не тяни. Как 25 будет, сразу тяни. Пока 30, вот 25, давайте не одну. Кто меня, блядь, выкидывает? Ну, что-то я не понял. Я, блядь, сел сейчас на другое место. Это как так? Кто-то тебя перекинул? Костя, блядь, ты что ли? Нет. Давай, тяни. Я, блядь, меня кто-то... Кто у тебя с тобой еще ездит? Ну? Что-то я понять не могу, блядь. Ты... Тяни, Леха. У меня пропали эти, блядь, иконки все. Меня выкинули. Меня показывают, что ты ездишь. Что мы... Я понимаю, блядь, но я не могу сесть. Ну вот и в прошлый край то же самое было. Чё за байдана? Просто выкинул, а садишься и погоришь. Садишься за место пассажира, короче, этого, ну. Типа в катапульте, который. У меня нет X1. Давайте. У меня стандартный панель. Ты какой-то, блядь, невезучий. Я виноват, охуй. Тебя выкинуло, я виноват. Так у тебя, наверное, за твоей пушкой, наверное, всегда так, нахуй, ебан. И в первый раз, нахуй, и во второй раз, блядь, так же. А ты кричишь, колчедан мне, блядь. Спереди, тяни, вот лежит. Добивайте уже, блядь. Блять, что-то, блядь, льду поломали, походу, ну. Кэми было или нет? Да. Угу. Видишь, нахуй. Всех сделали, нахуй. Топ-1 ДПС. О, осколок. О, осколок упал так же. Осколок Валанира. Лёха. А дайте там пати пацанам, там... Вильде прессовали. О, 3 сферы рунические. Хуя себе. Нихуя себе. О, отведение удара. У кого нахуя ты мне закидываешь, а?
Он не раскрыл. Не-не-не, ткань у нас есть. Ткань, ты же есть маленький. Ебать, конечно, у вас маунты, говно, парни. Вот кабот верхом на кабане, нахуй, это то, что... О, перчатки я себе заберу. А то у вас какие-то ковры, блядь, вот это вот. Чисто, я себе взял уже. О, нахуй, вот, вот, бля, вот те, кто верхом на кабанах, нахуй, вот это мало, вот это нормально, это ровные люди. Ну, какие-то даунские у вас маунты какие-то, не такие. Да, типа кабан такой, блядь. А я вот так умею. О! О, а я атаку вину. Наш распыла слова здесь нету. И бау канцелятора кабан здоровый. Маги, столик. И сумон. Спасибо. Войт, потом, короче, с Хэллу перекинешь на Лингерна, ну, в конце рейда. Так как ты уже кидал. Мне на Хэлла. А, ну, как хочешь, короче. Пати Рарнику дайте. Но стресс. Чё, там надо ещё? Человеки? Да. Плюсую. И пати Мэтт Фокса. Тем самым. Фестиваль. Надо конкурсы, бля, вот топ-1 ДПС, нахуй, там еще 100 ЕП, бля, сверху. Бля, а мне на нем КД, а я думал, что это... Да сейчас, налог, а я что-то подумал, что это... Короче, в среду мы ходили, а это на новом КД мы... Ах, ну ладно, сейчас. А кто танчит? Вот ты? Понял. Угу. Хэлла в ебучку уже получил нормально. На, нахуй, старт. О, слушай. Нормально. А что, ты ник хотя бы можно сменить, да, сейчас? Да, можно ник сменить. Угу. Ты наконец-то станешь полноценным Мурзиком? Не, если я себе буду ник делать, если я дрову свой старый... Смурзик? Да. Ну топовый ник уже заняли, нахуй, так что. Да, самый пиздатый ник, как бы, ну, ультрадру, блядь, поэтому, как бы, ну, все остальные ники хуйня. А пока так остуешь, нахуй, этот вздыхает прямо. Вы это, может, присумоните, там, пати дайте. У нас комнат висит. Хадо, иди бей, блядь. Хуёль. Иди отсюда. А Витя, что ли? Витя на своём бичугане залетел сюда. Я думаю, а где, блядь, хант нормально? Блинки с ядом, я напоминаю. Так я диспелить яды могу, не переживай. Или лучше меня. А вы острокрылую бьете, да? А ты где, блядь? Вот ты. Да, да. Ой, не переживай, мы не будем возвращаться с твоей бычьей ачивкой. В смысле, а что тут за ачивка? Дворфа жарить. Дворфом потом можно. Дворфа жарить? Что? Зачем дворфа жарить? Извращенцы. Пиздец, блядь. Бедный там твой. Ачивка надо, короче, 25 дворфов насобирать, и чтобы их сбрило дыханием от острокрылый. Пиздец. Жалко пацана. Собирал кто-то в этом в ЛФГ, так вот, ачивки, бля. Сидел с ними часов 5, что ли, тут. А тут, насколько я знаю, за все ачивки можно прута дракона получить, да? Да, 310. А шо, а мы это, ну, не хотим? И это нет, нахуй вредит. Чё хаем вообще?
Опа, осколочек сюда. Блять, я же говорил, что будет 4 осколка сегодня. Жопа чего. Че, осколок? О, штаны боешные. Штаны боешные. Кожа. Витя, забирай. У меня за 4. О, за 5-то дай мне. Нихуя, ты блатной, что ли? Ты 4-й у него. Штаны за 40 гривен. А прикинь, сейчас штук 6 осколков. Блять, я штука за. Но я самое большое видел 8. По-моему, афа. Угу. Это у нас тип, я помню, еще когда Ульда была актуальна, я начал только собирать валик. Ну, чисто с первого КД 8 осколков. Повезло. Да. Я считаю, одну КД, уже третий есть. А чё, кто сейчас собирает? Вархель, Ромка. Отдайте кулак паладина по себе, пожалуйста. А тебе на какой кулак? Так я в ретрике сейчас. У нас так 3 хули было без меня. Я понял. В этом больше них. Мечи там каз быстрый есть, его надо станом сбивать. Алкоголики, блядь. Ну ебали охуенно, кого я хуй знает, где стоишь, блядь. Угу. Горишь все бичи, да? Да. А сам, блядь, моя хата с краю, ничего не знаю, да? Да. Да. А где Глеб? Не понял. Ебали, я с говном сбил. А, ну в Хогвартсе, наверное, чилит, падла. Понял. А это что у нас сегодня будет? Рой насекомых надо нажимать или нахуй не надо? Так нахуй. Краткий гайд просто. Бичи, да? Да вообще. Пойман, бля. Понабирает по объявлению. Бля. Я хотел. Бичи, а чё лежим, ну? Стали, побежали. Да ну нет. Нельзя применить к этой цели. Может, Вайда бернуть? А, без танка, да? В один панк. В один панк. Короче, не дается. Вот. Консилятор танчи. Что-то мне кажется, Войд хочет, короче, Хогвартс погонять. Сейчас он свою палочку достанет. Хватает, так же, она куда она, когда она пошли, нахуй, что это охрена будет. Дед, ты дашь ману попить или нет? Вопросов нет.
А друиды знают, что такое Иннер? Я вижу. В кочку вся. Да, блядь, да за что? За все хорошее. Тебя в пузо закидывает, да? Похили. За что? А как на этот, бля, Starfall, бля, вот кричат же люди. Что-то такое, блин. Как прописать, Макс? Славян, посох можно? Надо паролить просто. Ну вот посох выпал неплохой. Нихуя. Рубило, блядь. Правда. Телят рубил или компакт-бок? Компакт-бок. Он его закомпактировал. Вот этот там паспорт он видит. Там больно. Зиралик.
криптолк выйдет рейд. Убил. Вы долго будете с ним бегать? Букмастер, вы нас... Опа, ачивка. Искру убили? Пили быстро? Обмен кидай. Ну, насырала месик. Да я на транс. А, ну давай, кидай обмен. Я, может, тебя сейчас отдам, гляну. Ну выйдите вы из метки. Блять, пиздец. Ремонтников. Мы потеряли дамагера одного. Правильно. А, не все, он тут. Отстал. Главное, чтобы танка и второго не потеряли.
Дайте пристабов. А кто у нас второй танк? Слава, в одно рыло. Слава, мощный. Чё, пристабав нажмут? Не, похуй, ладно. Похуй. Похуй так похуй. Раньше набрали. Диспол. Опа, ачивка. Вы разгромили железное собрание и открыли архив. Ну, куда вы побежали, блядь? Закидывай меня нахуй. Он же получается только в обычке, да, вот этот диск? Героический режим, когда откроется, там другой будет, да? А, типа апгрейдить. Думаешь, до такого дойдет? Да не, я думаю, это бред, блядь. Воронку в двери. Типа заплати и войдешь, да? Да, да, да. Я думаю, плащ я себе БМА взял, а этот тело кидай обмен. Я думаю, это будет просто хэбовский дип. Костя, там рецепт с кожурки забрали у тебя? Нет. Сейчас этому, блядь,
великану нахуй, все лицо набью. Что там, уже руки отвалились? Хорош. Рейда у ДПСов. Абэма, плащ не надо, кидай обмен. Сейчас, погоди, я тебе еще... Вернее, не плащ, а тело. Посох тоже ушел, да? Посох, да, там кто-то спросил, я отдал уже. Че, давай этих песиков. Там, если что-то надо, пишите сразу. Или говорите. Или говорите. Плечи надо. И плечи. Не было. Которые не падали? Да, которые не падали. С черепушками. Плащ нужен. 239-й, вот, который выпал. Ну, плащ я себе забрал. Хитренький. С нее кинжалик прикольный падает, я его не кинжалик, а этот оффхенд я ее забрал на трансмут. Это будут? Опа! Третий осколок. Чертёж. Нихуя себе. Ты там... О! Там мечик прикольно выпал. Блядь, дайте паролить его. Чё, сюда в вестибюль, да? ТПшиться. И бежать, да?
А, болимся, горели. Костя. Чего? Там мечик. Мечик Вархель забрал. Сука. Без ролла это нечестно. В натуре без ролла никак. Рома! Вертай обратно! Попахивает кидалово. Из тела забрали уже. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты проснулся. Вы же сидите до последнего, а потом вспоминаете. Так, в смысле, я еще до босса сказал, блядь. Дед. Давай, руки. Давай. Подожди, сейчас. Да нахрен вам этот шмот, я вообще не понимаю, ну. Но он красивый. Али, побежали. Да кто-то по снегу, бегает, нахуй. Куда я сбегал? Что? Куда я могу? Стой, погоди. Я же тоже кинул. Да, еще куда будут кидать? Абема, блядь. Ёбаный Абема. Был бы ты человек, блядь, Абема. Пускай Абема забирает. Он сролил 98. Дай. У Вархиля меч. Ебете. А где он? На бой убью. Умер. Встаю, бегу. Жили у меня есть АК-3. Ну, кошака вот выпал, да. Да, да. Бля, ну вы чё? А, из робота был. Не с робота, с этого. Не, с робота не было. Не, было с машины, ну, с Левиафана было, с кошки было и с кого еще было? Острокрылый. А, и вот со строкрылой. Ебать, Ром, ну... У меня есть шанс доминать тебя. Ром, ты там, ну, никому бабок не заплатил? Админу. Да ебаный, когда черт добежать до вас? Да уже запустили, блядь. Я уже услышал. Блин, дверь закрыть, так вам. Зачем мы еще забудем, если упадет осколок? Мэтфокс, запинайте, попрыг. Мэтфокс, попрыг. А где квальцель на Волонирбе не берется? Прицел сколько осколков. А-а-а. Это больших вышло. Не, я думал, как типа как на шее надо сначала взять квест, а потом вот этот самый. Нам нахуй. Осколок. Натуре? Да. Да. Обновление сегодня качает. Четвертый нахуй. Ебать ты, Рома, везучий, блядь. Еще два с этих выпадут.
Еще с Алгалона плюс двух. Этого, блядь. А прикинь, они сейчас дроп осколков добавили, если... Или просто проворонили, и он просто они будут падать. Блять. Жирные. Не, ну если... Жирные. Реально, блядь. Так это первая улетка, да, которая щедрая такая, блядь. Вот, если надо, пишите сразу. Че там было? Токен бы забрал. Так я да, что-то как-то... Хорошо, как-то, да. Как-то очень странно, так сыпет прям, пиздец. Куда прыгать? Тебе. Это оранжерею. Жизнь. А, ну мы уже возле. Да. Обема, что надо? Обема. Токен. Там. Ролик? Ролик, да. Ролики с Лизаветкой. Лизаветка 73, Варахиль 51. Ты что, ролить будешь, не? Да, вот он. Бэма 86. Бэм обмен. Сука. Ультрадру, блядь. Опа, Войда заинтересовал. Это ультрадру. А кто это говорит? Сейчас можно всем ники поменять. Один раз бесплатно. Блин, кто-то сделать супер Войд. Мифик, конечно, выкинул 94, смотри сам ОБМ. А что это такое? Это токен ролили, типа. А, там и звук. Он на сове? Я в хиле, блядь, я в хиле. А в хиле. Воин, охотник, шаман надо кому-то? Почему 10-5 хилов у нас? Ну, бля, побивал вас нахуй, в хилас примок. Я понял. Остальной шмот не надо никому. На вот стресс кинешь обмен. Быстрее в комнату. На стресс кидай обмен пока. Незваные гости! Вы заплатите за то, что посмели вмешаться! Погодите, вы? Я помню вас! Это было в горах. Но вы? Что это? Где? Ну, мне нет смысла идти. Давайте я вам открою. Юзай. Да уже побежали. Да. Хилы. А там вот эти хлопни. Давай быстрей. Там профит, блядь. Костя, ну. Чё? У тебя молния бьет. Я и так рейджу набрал, нахуй. В центр зайди, блядь, дурак. Профит. Где все? А вы что, все умерли? Они в комнате что ли сдох? Там рука загорается, блядь, и с этой стороны будет обстрел. Что, падаем? Давайте хуй, падаем. Хуй, конечно, падаем, но 130 пролетело. Встали, побежали. 4 хила, нафига на арене 4 хила. Могу кому-то сейчас скинуть логин пароль? Паладину. Куда ты собрал? Тебе осколки собираю. По квартире, сука, позвонили, не могу не уйти. Чисто физически. Хули, хули дринку, кость скидывай, хули.
Лизавете сейчас скину, она отписала. Первое самое. Сейчас. Извиняюсь. Минут 30-20. Ты привяжись просто за кем-то. И если что, попробуем тебе осколки закинуть. Главное, чтобы ты не сдох. А можно так ему осколки? Или он вручную должен забирать? Он должен не сдохнуть. Ему можно закидывать. Да, да, да. Сука, должен же мне после 8 звонить. Сова, кто в комнате? Большое спасибо, Юг, большое спасибо, извиняюсь. 20-30 минут буду. Не хрен, давай.